Тренированная. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не попал просто. Не попал. Так, минус одна. Смотри, 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 смотри. Опа, опа. И не попал, и не попал. Да ни хрена, ты видал просто. Я в упор стрельнул два раза в нее, в упор. Просто два раза в упор в нее, короче, долбанул. Камон. Да что ты, что ты прыгаешь-то? Я же стрелять в тебя собрался. Что ты прыгаешь-то? Что они все прыгают-то? Видишь, что в них целюсь? В них стреляю. Что они все прыгают? Не могут на месте постоять или что? Апортно! Хорошо. Апорт! Апорт, бляха! Апорт! Я говорю, апорт, принеси! Принеси! Во! Во! А этого не будешь убивать? Нет? Можно я? Ну можно я? Ну можно чуточек? Можно чуточку я его убью? Ждем. Долго ждать-то будет? Блять, там можно уже? А теперь? Идут. А сейчас? Сейчас. О, давай-давай-давай. О, давай-давай-давай-давай. Да, о, да. Они уже подходят. Чё, давай. Стреляй. 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 Я после тебя. Да? А чё не стреляешь-то? О, да. Ни хрена там разорвало, чувака, ты видал? Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Сталкер Тень Чернобыля. Итак, приношу свои извинения за то, что роликов не было. Ну, это связано с тем, что много всего как бы вот навалилось. Получается, помимо летсплеев, я сейчас работаю еще над двумя, короче, проектами по игрофильмам. Вот. Поэтому... Ну, просто времени не хватает на все, на все. Поэтому вот как-то получилось. Подходи, так, что... Таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, видосиков все. Не было. Вот, надеюсь, поймете, видеть. Короче, простите, извините, вот. Итак, мы с вами продолжаем выполнять работу. Выполняем, короче, бегать тут на побегушках всяких сталкеров, которые вот подходи, сталкер. Печальные таких, сидят, печальные такие. Интересное. Вот, мы хотели с вами здорово, в конце прошлой серии купить, короче, патронов для вот этой вот винтовочки, для этой вот автомата или что это такое. Вот, я уже забыл, как это называется. Короче, вот для этого оружия. Так. Так. Что, какой калибр-то вообще? Ил-86 у нас. Так, Ил-86. Так, окей, это вот эти вот, короче, патроны. Вот. Мы их покупаем, хотели мы с вами протестировать эту пушку. Так что я думаю, сегодня это удастся сделать. Таких патронов у меня, в принципе, хватает. Так. Для пистолета. Что у нас с пистолетом? Так, это не такой, да? Не такие патроны. 19 мм. Окей. У нас 19 мм есть. И 19... вполне у нас хватает, короче. В принципе, все. Берем только вот эти патроны. Что, дружище? Как оно? Да, все нормально. Да, хорошо. Ну, тормози, мужик. Так, информация может тебе мы с вами в комментах, короче, договорились, что с собой будем, наверное, брать определенное количество патронов. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Опять. Пять. Водку мы уберем.
Так, этого 5, этого 5. Новичков нынче, что собак не резан. Наверное, и все. Возьмем вот несколько патронов. Моя информация может допустим. Пускай будет. Так. Почему так? Не учится. Ладно, пускай будет 40. И учиться не хотят. И 38. Для пистолета. Для автомата, в принципе. Ну, в принципе, нормально. 325. В принципе, это нормально. Хотят, кроме бабок. Пока кишки повесили. Для ружья. В принципе, тоже хватает. Ну, я не знаю. Новичков нынче, что собак не резать. Ладно, оставим, короче, ружье вот так. Не лучше стариков знают. Хотя, давай по 30. 35. Подходи, так. Сталкер. Для таких, как ты, у меня ну, вот эти вот 20-очка пускай будет. Вот. Как-то так. Немножко снизим, короче, боезапас патронов. Вот. Как будет кончаться, мы либо возьмем с тайника, либо, короче, будем покупать. Моя информация может тебе пригодиться. Так. Приступим. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у тебя там ничего не появилось из работы. На данный момент ничего нет. Моя информация может тебе пригодиться. У тебя тоже нет ничего. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. А, мне нужна работа. Тоже нет ничего. Окей. Хорошо. Моя информация может тебе пригодиться. У бармена пока не берем. Сначала берем, короче, мы вот у этих, вот у этих вот. И на КПП там стоит, короче, по-моему, сержант, да, или кто там. У него тоже возьмем задание. Так, окей, Бром. Бром тебя зовут? Окей, погоди. Сейчас я пожру. Если кто помог. Колбаски, окей. Колбасоньки. Моя информация может. Эх, вот дерьмо. Опять пьян, блин. Меня, понимаешь, из Дунга хотят выпереть, если я и это задание провалю. А сейчас не в том состоянии, чтоб его того, этого. Понимаю. Так, нужна работа. Найти оружие долговца. Окей. Ну, надо же было так облажаться. Что же эта зона делает с мозгами? Вроде же нервы крепкие, я никогда ничего не боялся, а тут такое. Все это вой в ушах стоит. Все шло как и обычно. Была вылазка в темную долину. И, сели с кривым в засаде прикрывать основную группу. А тут как услышал вой. Такой ужас охватил. Блин. Я даже не понимаю, оказался на кордоне. А, не помню, как оказался на кордоне, типа. Когда вернулся на базу, Воронин чуть не расстрелял на месте. Он мне как раз выдал пушку улучшенную, за хорошую службу, так сказать. А тут, мне в панике как дёру дал, так, видимо, ее там и оставил. Если бы ты смог ее принести мне, а то куда я теперь без нормального оружия? Ладно, давай поможем. Давай поможем так. Так, да нет, ничего, в другой раз. Окей. Так, вот это можно продать. Стойкость хорошо, это наше. Так, так. Эх, это что у нас кровотечение? Ага. Вот это мы продадим. А-а-а! Нифига себе стоит. Для таких, как ты, у меня так, всегда бармен. Интересное. Эх, если бармен, держи. Жилище. Ну, отлично. Все отлично. Так, мы взяли задание. У нас что там, ничего нового интересного не появилось, там справки, что мы не читали, окей, хорошо. Кстати, а вот и контакты, да? Где я тогда в прошлый раз искал, короче, где посмотреть, нейтрал, не нейтрал там. Окей. Так. Так. Найти предмет. Ох ты, смотри, сколько там тайников-то. О, а это, кстати, к этому, к заданию, к нашему, да? Воров. Темная долина, это туда, куда нам надо. Труба, туннель. Вот в лабораторию. И сколько там, смотри, сколько там тайников. Идем в золотую жилу, друзья. Будет интересно, наверное. Проходи, не задерживайся. Прохожу, не задерживаюсь. Окей.
Подходите в бар и не задерживайтесь. Да, рад. Мы всегда вам рады. Так, Темная долина. Где-то я что-то видел даже проход в Темную долину как-то где-то. Где-то это иди было. Дорогой, да сюда. Иду я, не парься. Все нормально. Здорово. Вот дерьмо-то, а. Я говорю здорово, а он мне вот дерьмо-то. Я ему говорю здорово, а он мне вот дерьмо-то. Дерьмо-то. Сам ты дерьмо-то. Так. Вот у этого сержанта Киценко надо будет взять задание. Ну, я думаю, это убить вот этих собак, которые здесь бегают. Так, темная долина. Ага. Стой! Псинки. Хера их там, ты видал? Ты просто видал, сколько их там? Так, перезарядить. Все, погнали. Все, погнали. Так, псины. Бляха, смотри, несутся. Хирана бронированная. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да что они... О, сколько их тут! Сколько их тут много-то? Собачата. Котопсы. Не попал просто. Не попал. Так, минус одна. Хорошо. Зажал немножко ее в уголок. Так, погоди, что там? Хвост. Хвост псевдособаки. Какой нахер пистолет? Ты чё? Какой нахер пистолет? Ты о чем? Псы! Эй, псы! Эй, псы! Сюда, камон! Да ни хрена себе, ты видал? Ты видал просто? Я в упор! Я в упор! Выстрелил! Ни хрена не! Жестят просто, жестят! Ребята! Ну-ка, стопы! Ни хрена! Опа, отлетело, хорошо! Ну-ка. Ай! Ни хрена себе меня с ног сбило. Пошла вон. Так, бинтами сразу тут. Тебя хорошо. Опа. Ай-яй-яй. Да твою мать. Псины, блин. Хорошо мне сейчас прилетело. Просто шикарно. Ну-ка, сюда. Куда разбежались? Так, хвосты. Собираем хвосты. Вы где? Ау. Фу-фу-фу-фу-фу. Сюда, камон. Смотри. Опа. И не попал. Опа. Да ни хрена себе. Ты чё такая дерзкая? Да ни хрена! Ты видал просто! Я в упор стрельнул два раза в нее в упор. Просто два раза в упор в нее, короче, долбанул. Хрена она такая. Бляха! А я что, не сохранился? Жесть. Ооо! Реально! Бляха, не призарядился еще! Мою мать! А что они такие живучие-то, твою мать? Стая гондурасов. Что вы такие? Там нахер побежала сюда, камон. Блин. Да твою мать, ни хрена, да сколько в них патронов-то надо? Вы что, кабаны, что ли? Нереально, как кабаны ведут себя. Разрабы ничего не попутали, а? Бляха! Камон! Да что ты... Что ты прыгаешь-то? Я же стрелять в тебя собрался. Что ты прыгаешь-то? Что они все прыгают-то?
Видишь же, что в них целюсь, в них стреляю. Что они все прыгают? Не могут на месте постоять или что? Опасные мутанты. Так, блин. Что я вас тут делаю? Пошла вон. Просто какое-то говнецо. Все просто какое-то говнецо. Да, застряли мы, походу, здесь надолго. Так, а у меня есть граната. Я что сделаю? Вот так. Где? Да твою мать, вы чё? Я к вам подкрасться хотел. Бах! И ни одну не убил. Собаки. Бах! А чё они не дохнут? Они даже от гранаты не дохнут. Вы чё? В смысле? Да в смысле? Бляха! Апорт на! Хорошо. Апорт! Апорт, бляха! Апорт! Я говорю, апорт, принеси! Принеси! Во! Вот! Другое дело! Только все гранаты нахер потратил на это говно. Фух! Так. Господи, кто скулит? Кто там, бляха, скулит? Да твою мать, вы чё ещё живые? Обе две. Да твою мать, ты чё такая? За километр просто прыгает. Она просто... Ты видал, на каком расстоянии от меня она была? И такая херак прыгает, короче, и мне прям в лицо. Ну, какой нахер фонарь? О, бинокль. Так, хвосты. Подрубаем хвосты. Хорошо. Ну-ка. Ну-ка. Страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Ну, она там бегает. Он тот труп мы осматривали? Ну, хоть эти, знаешь, об коле, короче, не теряется жизни, знаешь, это бывает. Просто подойдешь рядом, как бы, знаешь, ты на него не наткнулся, ничего, рядом подойдешь, так куда тронешься, до него у тебя сразу жизни. Пык-пык-пык-пык-пык. О, хорошо. Значит, мы его не лутали. Хотя, вроде как, да, там говорили, то что это, лут же появляется. Окей. Ну чё? Собаки. Леха не перезарядился, но... Пошла вон. Сюда, камон. Бах. Просто бах. Кусок мяса. Аллилуйя. Аллилуйя, я их всех, короче... Фух. Да, это, блин, жесткие собаки. Когда они, короче, толпой, это вообще жесть. Просто жесть. Что там у меня? Журнал-то опять. Что у меня там в журнале-то опять? Клад Угрюмого. Окей. Потом проверим. Потом проверим. Но потратился я на них знатно. Знатно. Так. Идем. В темную долину, да? Темную-темную долину. Сейчас главное, короче, не нарваться на основное сюжетное задание. Потому что пока оно нам ни к селу, ни к городу. Мы выполняем побочные квесты, нам не нужны. Так-то. Сюжетки сейчас. Так, там что у нас? Там долговцы. А, погоди. Это же свалка. Ёпрцте. Ёпрцте. Это же свалка. Так, а что у меня? Это что? Здоровье.
Сюда. Слизняк, так, кровотечение, окей. Пульсостойкость, хорошо. Так, я, по-моему, ничего тебе там не передал никому, да? Ага. Передает мне привет. А у меня не было там такого выбора, короче, передать привет, понял? Как-нибудь в другой раз. Так, что у меня здесь есть по моему тайнику? Что у меня здесь есть интересного? Так, аптечки я не тратил. Бинты, что не тратил? Так, окей, это я сюда выкладываю. 5, 4, 4, 4. Так, так, это что у нас за патроны? Эти патроны суды. Ну, в принципе, все. В принципе, как бы все. Хвост псевдособаки пускай лежит. Ни хрена себе, 1500 за них. Не, нормуль. Так. Ну, в принципе, больше мне здесь ничего не надо. Окей. Как там мои? Что там у них? Знать бы. Что знать? Ты о чем? Ты вообще о чем? Ты вообще о ком? А, побежали. Ну, вроде не... Херачих? Херачих? Ну-ка. А теперь давай испробуем. Отлично. Отлично. Отлично! Вот о чем я и говорил. Вот такое вот я хотел себе. Вот такое прям я себе хотел. Чтоб была оптика. Так что будем ходить пока с ней. Ну, это, блин, это бандиты. В принципе, на них-то много тратить. Ну, не то, что тратить, на них много не надо. Лёха, радиация, что ли? Да ладно. АП. Да ладно. В этой дикой зоне такая радиация. И чё, мне постоянно надо будет с такой радиацией здесь бегать? Вы чё? Дикие земли. Ладно. Так вот, это бандиты, как бы. На них много не надо. Ну, и для них. Вот протестировать её на военных, на армейцах или на ком-нибудь таком. Говори, сука, а то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Не убивай меня! Пуля, твоего напарника сейчас будут вести на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, млям буду! Ладно, мразь, живи. Ни хрена, смотри, у него... Не попадайся. Эй, дружище, иди сюда! Да помоги отбить напарника у бандитов! Я здесь. Давай за мной, я знаю место для засады. А его убивать поможешь, не будешь? Буду благодарен. Долги в долге, возвращают. Долги в долги. А этого не будешь убивать? Нет? Можно я? Ну можно я? Ну можно чуточек? Можно чуточку я его убью? Ух ты. Блин, какие они все зажравшиеся. Они даже не лутают, короче, прикинь. Они даже не это, не берут ни у кого ничего. Опа. Я вижу. Я вижу. Опа, хорошо. Хорошая штука. Так, куда он мотал? Ты куда он мотал? Это ж бан. Где новая локация, друзья? Новая локация. Ух ты. Прикольно, болото всякие. Так чё мне, чувак, мне, наверное, надо вот это оружие взять, да? Мы же на штурм идем. Бляха, это, наверное, сюжетное задание. Ёкаламане. Да? Это же сюжетка. Отбить долговца. Следовать за пулей к месту засады. Уничтожить бандитов и спасти долговца. А, ну хотя, навряд ли. Ну давай. А, уничтожить бандитов, спасти долговца. Я думал, уже провалено, нифига себе. Ну что скажешь?
прячься на той стороне дороги. Они скоро появятся. Открывай огонь только после меня. За остановкой, что ли, да? Только после него огонь. Ну давай ждем. А че он туда целился? Они оттуда пойдут? И откуда? Ждем. Долго ждать-то будет? Блять-то можно уже? А теперь? Идут. А сейчас? О, давай-давай-давай. О, давай-давай-давай-давай. Да, о, да. Они уже подходят. Че, давай? Стреляй! 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 Я после тебя! Да? А че не стреляешь-то? О, да! Ни хрена там разорвало, чувака, ты видал? все, успокойся. Бро, успокойся. Пуля, спасибо, друг! Я, блин, уже с жизнью попрощался. А я? Это вот сталкера благодари, он мне помог. Спасибо, друг. Ходи, пообщаемся. Да не за что. Бандиты, суки, вели меня на старую фабрику. Не знаю, что там со мной собирались сделать, но одного парня, которого отвели туда до меня, я так больше и не видел. У них есть еще один наш Серега. Его держат в подвале. Там здание такое, большое, недостроенное. Помоги ему, ладно? А то не его тоже. Не знаю, что у них там на фабрике. Я мало что слышал, знаю только, что у Борова, пахана ихнего, есть часть ключа от входа в подземелье, которое там находится. Лаборатория там раньше была какая-то, что ли. Еще не между собой трепались, что Боров очень хотел бы туда пробраться. Только без второй части ключа хрен что выходит. Это ты, ежели соваться туда вздумал, не советую. Бандюков полно. Так, погоди. Знаю только, что у Борова, пахана... Буров это, получается, бандит? Я почему-то думал, что это этот, долговец Буров-то. Почему-то. Ладно. А откуда бармен его знает тогда? Чё-то нечисто. Чё-то нечисто. Так, ладно, спасибо, я учту. Попробую помочь вашему парню. Спасибо за помощь. Да не за что. Спасибо, брат, отбили моего напарника. Вот, возьми от чистого сердца. 1300, прицел. Ого. Прицел. Так, ты, наверное, неплохо знаешь эти места, что здесь интересного. На севере лагерь бандитов. На востоке фабрика старая. На юго-западе заброшенная свиноферма. А невдалеке от нее ворота какие-то. Даже не знаю, что там. Не ходил за них. Так, окей. Можешь про лагерь бандитов поподробнее. Ну, что поподробнее. Обосновались они в здании таком недостроенном, прямо на север отсюда. Главным у них Боров, скотина, каких поискать. Нас как раз сюда и послали, чтобы его прикончить. Так, 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 но, не надо его пока прикончивать. Он мне должен ключ отдать. Так, что на фабрике творится? Что удалось разузнать, так это, что там есть вход в какие-то подземные помещения, только охраняют его бандюки здорово. Подземелье какое? Что там внутри? Вот чего не знаю, этого не знаю, мы туда не совались. Единственное, известно, что у Борова есть половина ключа от входа. Окей. А, настоящая свиноферма? И свиньи там есть? Ой, что-то у меня сопельки потекли. Слюнки потекли. Я говорю, сопельки потекли, а он мне слюнки. Слюнки потекли, так отбивных захотелось, да? Так по всей зоне кабаны бегают. Съешь такого, глядишь, светиться будешь в темноте, фонарик не понадобится. Ладно, шучу. Ферма заброшена давно, там какие-то сталкеры обосновались. Только не понравились они мне, а я своему предчувствию доверять привык. Окей. Так, а что за ворота такие? Да не пойму я что-то. Ворота как ворота, только закрыты и охраняются хорошо. Мы туда не совались. Понял, спасибо.
Ладно, давай, счастливо. А, так, погоди, стой. Пока еще не счастливо. Сколько у тебя бабосов? Так, ладно. А эту собачьи хвосты будешь? Эк. Ага. Ну, на тебе один собачий хвостик. Возможно, пригодится. Так, может, тебе что продать? А, 5000. Хорошо. Ты у нас побогаче будешь. Вот так. Держи. Ну, спасибо, друзья. С вами хорошо было иметь дело. Так, окей. А это что у нас? Вход в лабораторию. Окей. Вход в лабораторию это у нас вон там где-то, да? Но нужно... Нужно ключ. Так, у нас тут до хера, короче, тайников. Один у нас находится вот здесь. Один, ух ты, один здесь, один здесь. Окей, наверное, я думаю, короче, знаешь что? Пленный долговец. Ага, понятно. Так, найти оружие. Труба. Туннель. Вот лабораторию. Погоди, а где найти оружие? А, нифига себе, вот сейф вот этот. Мне все равно туда надо, да, пробираться. Ну, сладно-с. Пойдем, короче, наверное, Ух, блин. Это я не понимаю, что вот это вот такое. Туннель какой-то, труба. Это как можно пробраться, типа, туда? Ладно, пойдем к трубе. Блин, я твоей рожи испугался. Так, пойдем к трубе, короче. Посмотрим, что за труба. Вот. Так, это я заберу. Пойдем посмотрим, что за труба. А, тут же одного разорвало. Ай-яй-яй-яй, не засосешь меня. Меня не засосешь. Ага, а здесь можно тайничок, кстати, сделать. Темная долина, надо запомнить, да? А, кстати, мы же вон, смотри, снайперский прицел взяли. Так, что у нас там по снайперскому прицелу? Это для чего у нас? Широко распространен оптический прицел советского производства. Для установки на оружие используется стандартное для стран Варшавского договора крепление, типа ласточка-хвост. Угу. Так, его, наверное, можно на тот, на второй автомат, короче, прицепить. Да? Да. Пускай висит у нас здесь. Так, что у нас? 7 аптечек, хорошо. Оу! Я чё, принял? Бляха, я хотел выложить. Ну ладно. Косяк. Так, ладно, пойдем к трубе. Пошли к трубе. Посмотрим, что там за труба, короче. Возможно, это у нас будет... Тайники, короче, потом посмотрим. Я думаю, да. Тайники мы посмотрим потом. Сначала задание. У нас есть задание. Потом мы, возможно, отдельную серию зафигачим по тайникам, короче, я думаю. Вот. Снайперов нет, да? Нифига погодка, да? Разбушевалась. Так. Погодь. Какой бар-то? Чё ты мне бар-то показываешь, ну? Я же здесь. Так, я нахожусь... А, вот, я здесь нахожусь. Мне надо, короче... Оо, как мне надо обходить. Да, хорошо. Уходим эту дичь. Нам нужна труба. Так, погоди, а... В принципе, смотри, у нас тут по пути, да, эти, которые по пути будут попадаться, мы посмотрим, короче, ладно, поговорили. А почему вот это вот у меня слетает постоянно? Что за дичь-то, почему? Так,
Ух ты. Неплохо. Хороший товар. Так. Хорошо. Ладно, пускай пока у меня от радиации эта штука висит. Погоди. Здесь где-то еще. Или это наверху? Наверху, наверное, скорее всего, да? А здесь где-то лаз, за лаз. Наверное, там. Через здание. Окей. Так. Ух ты, смотри, аномалия, да? Мы про такую читали. Я не помню, что она делает. Жалит, как медуза, что ли? Так. Что у нас там? Правильно идем. Хорошо. Хорошо. Патрулей здесь, надеюсь, никаких нет, да? Вообще что-то людей не вижу. Вроде как база этих бандюгов, да, так получается. Тут же Боров. Так, вон труба. А, ну да, получается это, короче, у нас просто вход в это место. Просто вход на территорию. Да какой пистолет? Окей. Аж позеленел, видел? Смотри. Аж позеленел. Блин, а тут радиоактивно все. Так, ладно, идем. Забрать у Бурова ключ от лаборатории. Бляха, я все равно, короче, видишь это. Блин, долговец. Туннель. Я все равно, видишь, попадаю. Как ни крути, на сюжетку. Так, здесь, короче, мне надо ключ, мне надо оружие, да, долговца, и пленника еще спасти. Жесть. Так, погоди, там, смотри. Желтое что-то. Нормальные типа люди, что ли? Так, фонарик я выключу, наверное. Бегают там, суетятся, походу. Так, ну это я сейчас, наверное, обратно за территорию выйду. Почему-то мне так кажется, да? А, нет. Или да. Что-то странно вообще. На вышках никого. Блях, не видно. Слишком низкий, короче. Окей. Глушак бы еще. Да ладно, да вы издеваетесь, а что никого нет? Что-то странно это все, просто странно. На радаре вроде показано, что 4 человека. А по факту я никого не вижу. Опа, вижу. Так, ты кто? Ага, бандюган. Один, да? Один. Хорошо. Так, ну красный. Хорошо. Валер! Ребята, пожалуйста! А чё, его сейчас убьют, что ли? Да твою мать, ты чё-то умер-то, блин?
Бляха. Откуда? Аба-ба-ба-ба-ба-ба! Так. Сколько их тут? Пятеро. Ты готов, хорошо. Отлично. Ты там держись, чувак, я сейчас приду. Хорошо, что его не убили вообще до конца. Так, там наверху никого нет, никого нет. Да откуда ты стреляешь-то, дебил? Попали, попали. Умирай. Вали, петухов! Я вообще-то здесь... Один петушок. Ну, то есть не я петушок, а он петушок. Я типа говорю, я типа к нему обращаюсь. Я здесь всего один петушок. Вот так. Да умри ты нахер! Окей. Держись там. Я сейчас. Говно. Говно. Так, окей. Все, тишина. Держись, держись. Еще. Ух ты, нихера себе. Слышь, браток, помоги. Так, на, держи аптечку. Спасибо тебе большое, Петя Апостол. Да бляха! Откуда она? Стой на месте, я потом с тобой еще поговорю. Петушки какие-то опять снова появились. И где, бляха? Ты куда пошел-то? Потопал такой. Где-то там. Ну, вылазьте, говнюки. Бляха! Куда пошел-то? Дебил. Че они такие дебилы-то? Дебилы! Поперся, блин. Нужно у него информацию какую-нибудь выудить. И причем такой, смотри, бляха. Потопал такой просто. Вообще, как будто ничего и не было, ни в чем не бывало вообще. Без оружия, такой спокойно, как про нам. Как это прогул. Бляха! Я могу через стены тоже, как они, стрелять? Задолбали. Да чьё? Быстро! Да иди на! Уничтожение лагеря задания провалено. Какого нахер лагеря задания проварено? Проварено-то. Какое нахрен задание проварено? Кто проварил задание? Бляха, ты откуда, где? Куда он стрельнул? Фонарик здесь мелькнул. Иди на. Иди на помощи. Где фонарик обсветишь? Ах ты, блин! Ах ты, да, какой! Наверху, бляха. Вот свою головку. Молодец. Молодец. Они здесь, смотри, не исчезают. Ну, не уменьшаются. Бляха, пипец, сколько тайников-то здесь. Ёкала монета. Искать не обыскать.
получила. Где там? Понятно, понятно. Понятно, понятно. Да, где-то там. За стенами, наверное. Или сзади. Скандёх, ну так. О, вижу. Как он говорит, если ему мозги вышиб, а? Короче, я так полагаю, надо зачистить сначала все, а потом, блин, уже лутать, смотреть. Потому что так они... С подствольником, что ли? Вот оно как. Понятно. Ну ладно. Хорошо. Так, оружие я нашел. Ну, в принципе, оружие-то я нашел. Это мое пока основное задание было. Надо валить тогда отсюда. Мы еще успеем их здесь их перебить-то. Так-то, если посчитать-то. Да? Поэтому валим. Валим. Информатор свалил. Ну, не информатор, ну... Будем считать, что он информатор. Он свалил, которого мы спасли. Не? Пленный долговец. В смысле? Я ж тебя спас. Найти оружие. Как долго с тюрьмы бандит? А. Ну, у него, смотри, нету времени, да? Так что, значит, еще успеем. Если, ну, это значит, не тот был долговец. Хотя он тоже был в плену. Я тоже его спас. Правильно же, правильно. Ладно. Это все сюжетные задания. Мы их потом будем выполнять. Сейчас нам нужно вернуться... Правильно же у меня выбрано. Мне нужно вернуться в бар. Это чё? О, блин. Свалка. Свалки какие-то работёнки. Так. Окей. Выбрано. Хорошо. Все, валим. Нечего здесь задерживаться, короче. Проходим, не задерживаться. Бляха, к железякам нельзя подходить. Радиация фонит. Пиратам. Что-то надвигается, или это, блин, чисто такое аномальное место, где гроза постоянно. Ну-ка. Смогу я подойти сюда? Нычку взять. Не долбанет мне ничем. Да, заныкано-то. Бляха, а куда заныкано? Окей, аккуратно. Аккуратно. Ништяк. Фу, блин. Зря только.
Зря только жизнью тут рисковал. Ладно, окей. Это выход. Да, я так понимаю. Выход. Там артефакт. Я хочу, я так устаю-то. Вроде не перегружен. Хорошо. Это я заберу. Окей. Сейчас пройти через свалку, короче. Там недалеко, да? Ну, не через всю свалку. И вернуться на место. Уничтожить лагерь бандитов на свалке. Нет! Никаких лагерь бандитов на свалке. Вы задрали. Только можно уже уничтожать там эти лагеря бандитов. Опа! Эти лагеря бандитов на свалке. Они появляются и появляются тут. Все. Этот чёрчик гигеры, блин, зашкаливает. Они мне тут лагеря, блин, всякие. Уничтожать. Так, окей, у меня, короче, видос подходит к концу, друзья. Вот. Давайте мы с вами, короче, сделаем вот так. Это здесь выложим. Так, это здесь выложим. Что у нас еще? Вот это здесь выложим. Окей, так, патроны это что у нас? 18. Ляха. Это что? 18, 19, вот так. Это все выкладываем. Так. Приходит крутой к сталкеру и говорит. Эти патроны вытряхиваем. У всех пацанов есть, только я как лох. Так это, он же радиоактивный. Все. Вот так вот делаем. И, короче, идем, короче, вот сюда. Я же ее не в трусы положу, а на цепочке носить буду. Посидим с долгом, ну, здесь, пацаны, короче, ну, послушаем анекдоты, вот. И найдем тех, кто все это устроил. На этом поговорим. Я заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Да, всем пока. Теперь в зону.